Всем привет, еще одна прекрасная новость, скажем так. Девушка, которая продавала свои пуки в банках, чуть-чуть не умерла. Также она продает свои пуки теперь в NFT, вот этих вот токенах. Ну, это типа там, который произведение искусства. Блин, это просто прекрасно, ладно. Бывшая звезда популярного в Соединенных Штатах Америки реалити-шоу, модель и обладательница самого чудесного, как она считает, пука на земле Стефани Матта объявила, что перестает продавать свои пуки в банках, несмотря на отличные заработки. Пук бизнес Матта обеспечил ей почти 200 тысяч долларов. Девушка решила все прекратить, потому что диета на бобах и протеиновых коктейлях, что сделало ее запах столь приятным для фанатов этого дела, довела ее до больницы. Однако Матта однажды Матто пропукала 97 раз за 2 дня. Боже мой, перетрудилась. Матта почувствовал боль в груди и вызвала скорую, думая, что у нее проблемы с сердцем. Скорая установила, что сердце в порядке, а вот ее диета из бобов и яиц не самое полезное дело на свете. Но Матта вышла, нашла выход из ситуации, теперь она продает свои пуки в NFT, те самые банки с пуками, что ранее существовали в физическом варианте, теперь превратятся в изображение, которое можно будет купить в виде NFT. Стефани говорит, что 100 NFT банок с пуком откроет одну настоящую. Мы живем в удивительное время, действительно в удивительное время. Кто-то это еще и покупает. Кстати, я на своем канале «Инвестор с нуля». Нет, не собираюсь продавать пуки, но собираюсь рассказывать про NFT и про криптовалюты, потому что интересно, что же там будет. Ссылочка на канал «Инвестор с нуля», как и на эту новость, вы найдете в описании к этому видео. Берегите себя и будьте счастливы.